Уделять детям внимание всегда важно. Я даже не знаю, что может быть важнее, чем дарить им малейшую радость. Сегодня все улыбаются, это очень хорошо. Импровизация. Ну, это так, я чисто вдруг прокачу. Импровизация! Обращаться! Я думаю, что как раз-таки тот эйфорический настрой сегодня подарит им, знаешь, такой задел на долгое-долгое-долгое время. Но это не значит, что нужно это накапливать. Наоборот, нужно делать это чаще и чаще приезжать, чаще уделять им внимание. Супер. Детям нравится, дети счастливы. Сейчас ты мне еще в карман положил штуку, а я покажу, что мне подарили. Мне подарили футбольный мячик, вот. А ты этого не получил, потому что ты уходил. Сейчас ты получишь, прическу поменял, вот. А, знаешь, когда есть сладости и радости, это же вообще замечательно. Все круто, сейчас делаем общую фотографию с детьми и наслаждаемся общим праздником. Показали кулачок вперед и кричим «Класс!»